Скорее купить билеты и вернуться на родину. Российские фанаты, которые час назад были приговорены к условным срокам за драку с испанцами, вышли на свободу прямо из зала суда Кёльна. Один из обвиняемых получил год условно, трое по 10 месяцев. А пятый россиянин заявил, что в драке не участвовал и будет отдельно доказывать это в суде 17 августа. Процесс против моего клиента отсоединен и состоится 17 августа дальше, потому что мой клиент не хотел любой ценой покинуть Германию. Он хочет добиться правды и хочет правомерного процесса, который связан с прослушиванием свидетелей и связан с другими уликами, которые якобы против него должны быть в разбирательстве, которых, видимо, нет. На скамье подсудимых было пятеро россиян. Известные их должности – это два повара, менеджер, финансовый аналитик и преподаватель математики. В Германии их обвиняли по трем статьям – нарушение общественного порядка, нанесение телесных повреждений и сопротивление полиции. Им грозило до 10 лет лишения свободы. Реального. Защита просила выписать задержанным штраф и отпустить. Под стражей россияне были с середины июня. В Германию они приехали из французского Марселя, где проходили матчи группового этапа чемпионата Европы по футболу. По версии следствия, недалеко от вокзала у Кёльнского собора наши фанаты устроили драку с испанцами. Россиянам якобы не понравилось то, что испанцы распространяли наклейки антифашистского содержания. Раздавали их прохожим и расклеивали на столбы. В итоге испанцев побили, одному даже сломали нос. Полиция уверяла, что драку начали россияне. Обвиняемые своей вины, правда, не признали.